Катманду. Ну все, Сати, вот теперь мы тебя кушать звать будем, вот таким способом будем. Повесим в зале. Кушать! Это вход в Катманду. Туда. Вон туда ныряешь прям посередке. Вот это вот древний город, ему 400 лет. Гид сказал, что это наиболее сохранившаяся, хорошо сохранившаяся часть, древняя часть Катманду. Вот здесь мы сегодня будем гулять. 400 лет неизменный, а вообще он получается из основания, ну, такого, 9 века. Но он был и древний. А, ну вот даже да, с 9 века есть сохранившееся строение. А, нет, строение получается 400 лет сохранились, но город построился в 9 веке, эта часть города. Это площадь. Здание настолько старое, что это все подпорками держится. Плюс землетрясение. В неизменном состоянии этому городу 400 лет. Но он считается самым первым поселением Катманду. Сколько по факту ему лет, никому не известно. Просто камартаджи-скамартаджиская. Тимбро застей басна цалца фулко ватма пани. Тимбро хатко исвар саца талло ватма пани. Somehow.
кто-то еще остался? Асель осталась. Асель и Оливия. Ну, как ее супруга зовут? Тимур, по-моему. Они путаются? Да, путаются. Я, короче, женщина. Здесь красивая на карте. Да, девочки, как они такие всякие маленькие окошечки, вот это я обожаю вот их за это. Вот нафиг они его здесь вот так сделали. Это что получается, Золодина? Какие-то древние бани? Королевские, королевские бани, да? О, красиво, да. Много красиво. Это нужно найти, да? Вот же они. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кобры кругом. Да вот эта вся окантовка, это кобра огромная получается. Крокодила нашла? Котик, веди меня. Папсик, скажи, follow me. Господи, это нормальное средство перед перемещением в Катманду какими-то переулочками. Нарния. GoPro, включись. Вот ключ удачи. Тик. 200, окей? You can see inside. Да, я по улицам Сан-Франциско ходил, теперь по улочкам Катманду. Magic Box. Бабушка.
XIX века. Самый старый пенал. Рупали хуину, манали рудику, уйвира тяни цайна. Асулай хуину, асулай чинику, богира тяни цайна. Это тоже изображение это. Манлай буджай, катиру лунгара. Chai maya, tini bata dhara, yavali sa taula, akha rura saula, banana sa kini. Jani chaina, manlai bujhai, katero nangara, janu chai maya. Сильно крути, что ты хрустала? Первые самолеты, а это наши. Чего вас раскидало по аэропорту? А то сейчас индусов пойду снимать. Я уже, кажется, натерлась. Все, ты уже готова. Я пошла домой. Готовы? А, что? Да. Скрытая камера, блин. Все? Летим? Короче, ты наш блогер, хроникер группы. Да, я же вам сказала, я буду снимать контент позже. Это наш герой, который нас повезет. Маленький самолетик. Маленький. Thank you.
пошли. Че ты бежишь? Ну это волнительно, да. Это волнительно. Я держусь. О май гад, о май гад, не надо смотреть вниз. Сделай так. Мяр. Мяр.
Успановый, зачем на Эверест идти? За ответами. Не знаю, просто мечта была увидеть самую высокую гору. С какого-то такого глубокого смысла. Посмотреть красоты. Вот у кого-то ремонт или стройка, а тут тебе, пожалуйста, логистика, короче, такая, да?
выходной. И день, и ночь до новых встреч. Но говорят, вы не любим. Глуши деревни, все вам скучно. А мы ничем мы не близки, хоть вам и радость расскажите. Зачем вы посетили нас, души забытого исцеления? Я б никогда не знала вас, не знала горького мучения. Души неопытные сомнения. Смириться мне со временем просто. Зачем, что я нашла бы друга? Была бы... своих очень активных мирных жителей. Донну какую-то. Без травки останется. Мирных жителей. Мафия мстила. Мирных жителей всего города. На этой печальной ноте давайте начнем обсуждение подозрений. Так, вот говорю же. Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear good? Инженера вы не снимали, их не снимешь. На сотку лучше. Ну, сейчас
it's true. But you people sit there day after day, night after night. Мы сейчас на 5, где-то 5100, 5200, 5150, может быть. Штурмуем Гокиори. Верхний пик 5400. Вот моя доблестная Алиша. Горный барс. Меня с 5000. Отдыхай.
всю толщу льда. Вот это? Да. Вы можете писать. They say it's happening. It's starting now. You thought you left me. You thought you knew how. And they say I couldn't know. Then I deny. Мы же уже прошли лимит, все. Мирш, завтра что у тебя тяжелое есть? Передашь вот пасанку, хорошо? У него уже в рюкзаке закончились. Люди! Thank you.
Нет, вон. Вон туда пойдем. Перевал Чола. Преодолели первое седло. Высота 5250. Ворона, ты сильная, смелая. Да ебанутая. Реальная хоббитонская дорога. Да, это так. Невозможно. Как буду спать? Как? Вот так. Ну хорошо. Как куала маленькая. Как куала Лумпур, что ли? Ну давай. Мы устали. Не так страшно. Это... Чола, как его малюют. Это была отличная идея, когда она была в Алмате. Вон туда нам еще. Вон туда, люди. Наверное, ты не ловишь шаг. Всему не ловлю. Всему. Желудок слово. Это тяжело, ребятки. В той точке какая высота, Салден? 5420. По новым данным? По новым 6.18. Увеличится? Я не могу в перчатках. И ты не сможешь.
Намасте! Good luck! Good luck, man! 5470! Да. Выше этого мы не понимали. Где? Давайте. Обниматься, челяваться. Да. Молодцы! Казах. Теплый женщин. Нет, сравнение. Гоя, какая вам, блядь? Три. Вот этот мячик. Нет. Давайте. Я не знаю. Альёшка, красавчик. Ой, Супермен. Мой супермен дошла. Супервумен. Надо одеваться хоть. Мы дошли. Юра, снимай, твой горн придет. Thank you.
на пути к Эвересту, к базовому лагерю. Вон впереди ледник. Он за этой горой спрятан. Вот за этой горой мать земли Джомолунгма. Нам осталось примерно километр, я не знаю сколько, километра 4, наверное. В общем, часа 2 еще. Все в предвкушении, в возбуждении. Идут облака, мы их ругаем. Теоретически они могут закрыть нам желанную цель, которой мы шли столько дней, потратили столько сил, столько эмоций. И мы рядом, в нескольких часах мы его увидим. Да, котик? Гора за которой Эверест, семитысячник, не помню название. Вот, но в итоге мы придем в базовый лагерь Эверест. В принципе, это финальная точка и практически цель этого путешествия. Эверест увидим завтра. А вот на этом леднике находится базовый лагерь Эверест. Идем туда. Идем по леднику. Так, периодически открывается Эверест. Вот эта вот верхушечка. Вот эта вот верхушечка. А которая перед нами гора, это какая, Саладин? Вот это перед Эверестом. Мы на вершине мира. Базовый лагерь. Oh, my God.
me, everybody. Okay, good luck. Thank you for coming. Okay. Я перехвачу и тебя буду слушать. Good luck, sir, to your home. Thank you for coming. Maybe see you next time. Good luck. Set you home. Good luck. Set you home. Манамлам. Яких? Да. Да нас сюда деда на полгода отправить. Пусть учится. Thank you.
Чанду, Амара Пополо. Я чая.